Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова. Как я вам и обещала, я буду рассказывать о всех средствах, которые я приобретаю в компании Nell International. И сегодня речь пойдет о геле для стирки. Вот почему у нас 85% людей из Европы уже стирают гелем, а в России гелем пользуются всего 17%. В России принято стирать порошками. 21 век, друзья, пора уже переходить на гели. Вот такой вот гель. Гель у нас на основе мыльного ореха. У меня ребенок с рождения страдает атопическим нейродермитом, атопический дерматит. И я искала все эти 12 лет средство, которое не раздражает ее кожу. Пробовала я различные фирмы, даже несколько лет пользовалась гелем, варила его сама из кальцинированной соды и хозяйственного мыла. Но белье застирывалось, и светлое белье становилось таким грязноватым. В общем, я им перестала пользоваться. И очень много слышала о мыльных орехах, и все никак руки не доходили их купить. Или еще когда я была бедной, я считала, что это очень дорого. И сегодня мы будем пробовать гель. Почитаю вам его состав. Это натуральное средство на основе мыльного корня и мыльных орехов, без фосфатов, синтетических ПАВ, отбеливателей и хлора. На основе мыльных орехов, мыльного корня и сахарных ПАВ. Оно подходит для цветного белья и для черного. В его состав входит экстракт мыльных орехов, экстракт мыльного корня, сахарный ПАВ. Не содержит фосфатов, производных нефтепродуктов, парабенов и энзимов, отбеливателей, хлора, аммиака, синтетических одушек и других вредных компонентов. Дерматологически протестировано и безопасно для кожи. Биоразлагаемая формула. Содержит натуральный ароматизатор, эфирное масло мандарина. Сейчас я его понюхаю. Честно говоря, пахнет кока-колой. Но написано, что это эфирное масло мандарина. Стирать я буду темное белье. Машинная стирка. Если у вас вода жесткая, у нас в Ростовской области очень жесткая вода. Вот, если у вас вода мягкая, то используйте пол колпачка. Если вода жесткая, используйте целый колпачок. Загрузила я в машинку темное белье. Вот у меня чуть больше половины 6 килограммов белья. Налила я целый колпачок. И сейчас я запускаю обычную стирку на 40 градусов. Ставлю 800 оборотов, ставлю легкую глажку и всегда ставлю дополнительное полоскание. И нажимаю старт. И буду я заливать вот сюда, в обычное отделение, куда вы обычно сыпете порошок стиральный. Закрываем. Вот у нас пошла водичка. И будем ждать. Стирка у нас будет 2 часа 28 минут. И как закончится стирка, я продолжу свое видео. Идет стирка. Как мы видим, пены нет никакой. Вот, остался 1:44. Ну вот, прошло 2,5 часа. Стирка закончилась. Вытащила я белье. Вообще никакого запаха нет, в отличие от тех порошков. И чувствую себя тетей Асей, которая там рекламировала какие-то порошки. Вот когда вы стираете Тайдом, Ариэлем, который вообще не растворяется в воде, и белье потом пахнет, и вы его на себя одеваете. Тут же все натуральное,
Кстати, забыла перед стиркой сказать, что обязательно гель нужно хорошо встряхнуть и все делать по инструкции. Поэтому я буду пользоваться и вам рекомендую. Следите за своим здоровьем и за моим следующим видео. Пока-пока.